Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим защитный кейс для MacBook Pro 13-дюймовую пленочку. Куплено это все было на eBay от неизвестного китайского производителя. А прошка 13-го года с экраном Retina сертифицирована для использования в России. Соответственно, скорее всего, эта штука подходить не будет. Да, по клавишу Enter она не подходит. Ну, это не критично, ничего страшного в этом нету. Главное, давайте посмотрим, как у нас подходит кейс. Для этого нам нужно вскрыть, собственно говоря, сам этот кейс. Пришел это буквально недели за 4-5 с Китая. В принципе, для почты России, для Нового года это недолго. Пока нормальный кейс из США не придет, купленный просто продажи, будем пользоваться этим. Соответственно, из двух частей, вверх и низ, соответственно. Оба упакованы в пленку защитную. Очень, кстати, качественно упаковано, все, китайцы молодцы. Достойно за такую цену, смешную, такое качество. Так. Теперь мы все это радостно наденем на наш MacBook Pro. Начнем, я думаю, снизу. Тан-таран-таран-та-тан. А где у нас тут перед, где у нас зад, а вот у нас перед. И что же мы видим? Подойдет ли он к нам? Подошел. По крайней мере, снизу. Теперь попробуем вверх. А где у нас тут перед, где у нас тут зад, кто бы его знал. Пробуем и так, и так. Отлично, вверх тоже подошел. Конечно, не моши, но пока не придет нормальный чехольчик, будем пользоваться этим. Вот наш MacBook Pro в надежной защите от царапинок. Спасибо за внимание, покупайте через интернет. И, конечно же, получать от этого удовольствие. Всего хорошего.